Всем привет! Сегодня вы увидите красоту по-индийски. Как выглядят знаменитые актрисы Болливуда. Каждая национальность отличается своей особенной красотой. Все девушки отличаются между собой, и это привлекает еще больше интереса. Касательно восточных красоток, которые постоянно находятся в поле зрения всего мира, то их тонкие черты лица и смуглая кожа вдвойне привлекают мужской пол. Красота Индии уже много лет снимается отдельным блоком в мире кино и носит название Болливуд. Многие актрисы, помимо работы в кино, также занимаются модельной деятельностью. А какие очаровательные актрисы Болливуда больше всего импонируют вам? Пишите в комментариях. Красотка Хинак Хан. Звезда фильма «40 дней и ночей» в свои 32 года занимает пик популярности среди актрис Индии. Девушка с нежной азиатской внешностью участвовала в съемках 9 картин, занималась модельной деятельностью. На данный момент она одна из высокооплачиваемых профессионалов в мире шоу-бизнеса. После участия в реалити-шоу 3 года назад Хина получила заслуженное второе место. По правилам программы ей пришлось пройти немало испытаний, но в итоге она доказала свое превосходство над другими девушками. Критика Камры. С самого детства Критика Камра изучала тонкости модельного искусства, ходила на подиуме. Ее мама видела в девочке большую звезду, водила на кастинги, в чем не ошиблась. Позднее Критика открыла в себе тягу к актерской деятельности и получила образование. Свою первую победу она получила после фильма «Как сильно я люблю тебя». Прирожденная от природы нежность передала с особой силой игру актрисы. Она покорила не только зрителей, но и других режиссеров, которые стали приглашать ее на съемки в своих проектах. Сегодня, в свои 32 года, Критика Камра постоянно занята в съемках новых фильмов. Дипика Падуконе. Старт карьеры Дипики Падуконе не похож на те, которые обыденны для других. Она сыграла свою первую роль, где ей пришлось говорить на южноиндийском языке. Сложная роль принесла отличный результат. Дипика стала популярной, хоть ранее не думала о профессии актрисы. Она с удовольствием демонстрировала красивые формы в качестве модели, а на роль в фильме попала по чистой случайности. После дебютного успеха перед ней стал выбор. Она временно отказалась от работы моделью, так как нужно было подписывать контракт на 5 лет, а это бы мешало съемкам фильма. В свои 34 года она ни разу не пожалела о своем выборе. Приянка Чопра. Девушка с необычной внешностью и добрым характером излучает настоящий солнечный свет, когда находится на сцене. О Приянке всегда самые хорошие отзывы и мнения. Еще 20 лет назад она получила титул самой красивой женщины во всем мире. Она сыграла много популярных ролей в индийских фильмах. Приянка Чопра открыла много школ моделей, ввела правила воспитания девочек, занимается общественной деятельностью. Она считает, что во всем должно быть воспитание. Последние годы она не успевает сниматься в фильмах, так как решает государственно важные вопросы. По данным статистики, Приянка входит в сотню самых влиятельных людей Индии. Зарин Кхан. Зарин Кхан – одна из немногих актрис, которая не стесняется сниматься в пикантных сценах. Она входит в двадцатку самых красивых девушек Индии и работает во многих проектах. И хотя Зарин одна из представительниц династии Кхан, ее внешность кардинально отличается от обычной индийской. Она больше напоминает жительницу Латинской Америки с легкой краснотой тела. Но это никак не мешает ей занимать почетное место среди очаровательных актрис Болливуда. Самое главное в таких девушках, как она, это любовь к своему происхождению и полная отдача работе. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что оставались со мной. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!